Всем привет, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрит 387, с вами Лицемер, Лунатик, Фанатик, Еретик, а прочий Нефрит. И сегодня мы продолжаем прохождение Настин... и тут еще его помощница, сегодня она еще на фоне. Мы продолжаем проходить легендарную игру Silent Hill, первую часть. Угу. За Гарри Мейсона. А мы не забываем ставить лайк, подписываться на канал, ставить ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы наши новые видео. И вступаем в его ВКонтакте, пока посетили наши 90-е. А все ссылки для связи в шляпе канала. Все верно. И, ребят, сегодня мы немножко другую игру нашли, потому что там у нас что-то перестало работать нормально, функционировать. Мы нашли оригинальную американско-японскую версию, где не будет русского перевода. Будет только субтитры русские и оригинальные голоса Гарри Мейс, ну, как бы всех персонажей. Но озвучивать будем их все равно мы, девушек, как обычно, будут озвучивать я, вы меня видите. Да. Мужчин, русские персонажи будут озвучивать наш Нефрит. Ну, а мы продолжаем. Начнем мы с того места, где мы сохранились в прошлый раз, в прошлой игре. Все то же самое, мы добрались до туда просто. И все то же самое у нас. Так, о, управление, все, я сделал вроде бы верно. А то я просто, ребят, до этого управления еще сделал неудачное. И долго ругался. Ну а теперь у нас отлично, мы продолжаем проходить игру. Угу. Кстати, помните, в прошлой части мы нашли с вами маленького, миленького призрака, которого зовут Пинкалка, ну мы так его называем. Да, я его прозвал Пинкалка. Я на стену тоже ставил. Да, он мне очень нравится, он очень миленький, мы его уже действительно в прошлом прохождении и с вами, и мы. Ну, и как мы раньше помним, мы подобрали камешек, и вот нам сейчас нужно к часам, как мы читали загадку. В 10 часов. Да, только где золотая медаль? А, походу, у меня какая медаль-то? Золотая, да? Золотая. Да, золото вот. Он отдал. Старик. Да, рука нам отдала золото. Сейчас мы идем сюда. Вставляем медаль. Не тут называют золото. Не себе. Золотое солнце. Медаль. Так. И, Никит, если ты забыл читать то, что мы берем или то, что мы делаем, читаю я. Ну ладно, ладно, ладно. Мы так договорились, ребят, так что... Все, Насти, окей. Да, ставить некоторые варианты буду я. Ребят, кстати, мы бегаем по школе Мидвич, которая сделана по легендарному... По модели фильма «Десантовский полицейский». Угу. Тут даже есть вырезки некоторые, вы можете посмотреть фильм и сравнить. Не Нефрит рекомендует. Да. Так, вот у меня как менять экран теперь, все. Теперь я разобрался в клавишах своих. Так, куда ты стоять? Нам надо сейчас то, что я не любитель. Самая сложная загадка. Мы идем в музыкальный класс. Да, ребят, это самая сложная загадка, по-моему, во всех СХ, которые я встречал. Фу. Написано кровью. А. Сказка о безголосых птицах взлетает первым алчным пеликаном. Алчный пеликан. Алчный пеликан, что жаждет больше всех награды. Пьет воздух белым крылом и тихий голубь. А тихий голубь. Не вижу. И мимо пеликана пролетел, так далеко я только мог. А вслед за черным вороном... Им черный ворон. А вслед за черный ворон парит он выше голубя, чтобы показать, что он сильней. За ним и белоснежный лебедь себе найдет потише место. Соседствие с другой птицей. Господи, поговорить перестал. И после всех ленивая ворона садится только лишь взлетев, зевнувший мирно засыпает, кто птицам будет поделить, кто голоса даст безголосым, кто больше птиц награды ждет, скорее серебряные награды. Ребят, скажу так, это фанатская, опять же, сборочка. Разрешение экрана, как вы видите, уже побольше, я сделал под свой монитор, подогнал. И здесь очень хороший перевод. Да, и перевод здесь, да, радует субтитры, вот эти все переводы. Ну, а мы начнем. Другой, но слова очень приятно
Некоторые клавиши испачканы кровью. Ну, не можем тут мы прочитать некоторые из-за того, что тут Настиного выделяется у нас. Ну, Что я бы это смотрела. значило? Проверить рояль? Ну, проверим рояль. Так, сейчас у меня начнется. Сейчас бы вспомнить, как я Ребят, раньше. не описывайте, просто действительно очень сложная загадка. Я, ребят, как помню еще, вроде бы, я буду пробовать сейчас. Если не получится первый раз, со второго, с третьего, не обессудьте. Да, поймите, Так, вот хорошо это вот, сложно. тут вот начинается отсюда полет, как я помню. Где-то тут там пеликан, вот он пеликан. Нет, у нас, сука, звучащая. Надо выйти. Первый и неправильно. Эй, я сказал. Ай, блин. Зачем я нажал? Так. Вторая попытка. Вот, тут. Бля. Ладно, первые две есть. Давай, не фит, мы в тебя верим. Да! Я это сделал. А мы ставим Люба, за что мы прошли быстро эту зарядку. О, как и я раньше ненавидел. И забираем серебряную медаль. Как же я раньше ненавидел эту, сука, сраную загадку. Я еще на английском, ребят, проходил эту версию игры. Это важнее. Ну, как бы я знаю английский, но вот это весь, здесь перевод очень хорошо переведено, дословно. Когда я русскую версию начал проходить, я просто уже, скажу честно, я нервно матерился. Потому что настолько убого игру сделали. Перевели. Конкретнее. А мы, наверное, часам возвращаемся, да? Да. Чтоб поставить вторую медаль серебряную. Угу. Чтоб она на крышу. Серебряное солнце. По аналогии с золотой медалью. Да. Блин, ну с третьего раза получилось мне загадку разгадать. Не, с первого не получилось. Достаточно быстро, это хотя бы не каждую клавишу мы уже еле изучали. Я вспоминал, где они могут быть, эти глухие клавиши. Серебряная луна, а не солнце. Золотое солнце, серебряная луна. Теперь можем туда... Дверь башни заперта. Стрелки остановились на 5 часов. Ага. Все, теперь нам надо... Не помню, куда точно нам надо. А тут настройки никак мне, да, не открыть? Что-то звук сильно громкий стал. Так, по-моему, надо где-то наверх, я не помню. Пойдем, сходим наверх? Без руля? То ли наверх, то ли должно кое-что где еще открыть. Я плохо помню, блин. Как же давно. Вот эта дверь открылась? Нет, заклинила. Эту дверь нельзя открыть. Нет, эту дверь. Значит, будем искать. Так. Что же могло открыться? Посмотрим на карту. Где у нас было просто заперто? А в раздевалке что там выходит? Там кошка была. А, ну окей. Так, здесь мы все прошли. Весь классы этаж это... надо сходить. Да классы мы и так ходили. Мы же, видишь, все пройдено. Стрелки-то показаны, то, что видишь, мы проходили все. А, красненькая полосочка должна быть, да, у нас? Да, то, что дверь закрыта. Значит, нам надо на первый этаж. Ты что, нигде не спустился на первый этаж? Кстати, ребят, пишите в комментариях, хотите вы, чтобы я проходила третий Silent Hill, либо это будет делать Эфрит 5. Давайте, чтобы на Синопа проходила, а? Во, кто-то уже гремит. Пишите в комментариях.
А? Ты чё косой? Вот представляете, ребят, здесь Гарри вот в этой части, почему так косой? От кого целится? Вот кого ты целишься? Он этого не видит перед собой. Вообще, олень. Да, они очень искусаются. Он просто сидит. На тебе. Вот это меня убивает, то, что он косит. Так. Я спустился здесь. Здесь классы закрыты, по-моему, да, были? Сейчас проверим. Но. Это открыто. Что-нибудь есть? Ничего годного я не вижу. Я тоже не вижу. А-а-а, блин. Кто бы сомневался. Будильник. Пинкалка, вон он, пинкалка, вот, пинкалка, вот пинкалка. Это, вот это два пинкалки. И два? Один исчез. Какой? И второй исчез. Вот, ребят, вы увидели двух пинкалок. Это очень мило, на самом деле, создание. Я их очень люблю, на самом деле. Они вообще классные. Да, ребят. Это такие призрачки. Они безопасны абсолютно, их не надо убивать, там, о, беда, что в тюрьму. Ну, по идее, оригинально, когда было сделано, там они были не очень уж безопасные. Кто игру эту знает, кто читал много чего про Silent Hill, это не настолько все просто было сделать. Спортзал, о, мы в спортзале точно не были. Надо туда сползать. Но здесь, ребят, в этой версии Silent Hill они безопасны. Ну да, я ее переделал. Теперь открыто. Ах, дверь мы открыли. Ну, можно идти себе в эту дверь. Тут, походу, ничего не стоит. По-любому. Так, давайте дальше ориентироваться. Так, мы здесь. Спортзал мы не можем никак пройти. Не так. Ни с этой стороны. Склад нам тоже закрыт. Может, сейчас склад открыт? Нет. Он говорит нам... Нахрена? Так, то есть вам, короче, не надо спать. В туалет надо сходить. Полюбасу. Пойдем. По туалет. Я помню, где-то должно какое-то произойти действие. Блин. Вот надо почитать было загадки эти снова. Что открывает-то? О, господи. Вот всегда вот так. Ну и ни хрена тут нету. Ну, туалет пустой. Мальчиков в туалете нет. Потом девочка. Тут и тоже нема. Тоже, да. Ни мальчиков, ни девочек в туалетах нет. Да. Начинается у меня блуждание. Ибо я не понимать, куда идти. О, здесь появились. Так, окей. Ты опять в дальнего целишься, придурок. А почему в дальнего ты стреляет, придурочный? Гарри, ты меня иногда очень злить начинаешь в этой игре. Ну что, почитаем еще раз то, что у нас было? Че, мы фунфырь примем? Ну, ребят, у нас... послушать не фрейд, так у нас все гаши тут. Ну да. Так, что у нас тут? Написано, на 10. Ну, на 10 мы уже знаем. Это мы знаем, да. Алхимия. Так, это что? На 5, что тьма, что приносит треск пламени, тишину, разрывая будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Так, блядь. Чё там третья? 12 часов, которые. Вместо звуков песен, о, предки. Знаковый звук. Ну, так это мы пробудили. Да, осталось, значит, только зверя. А как мне зверя пробудить? Она нет, не хочет работать. Сейчас, наверное, тут некоторые сидят, фанаты.
знает эту игру наизусть. Я раньше тоже, ребят, знал наизусть. Я каждый угол знал. Но это было времена первой PlayStation. Так, что мне сюда не попасть? Так, я не понял. Ну, как раз бы сюда бы как-то бы. А часовая башня сейчас обозначена почему-то. Но она не работает. А, вот тут еще вниз можно идти, видишь? Надо обойти сейчас все. И спуститься, видишь, где вверх-вниз есть. Вижу. Вот нам вниз надо спуститься. Дошло до меня подойти. Зверя будить. Аллилуйя. Зверя будить? У меня еще дробовика нету. Так, я не понял вообще сейчас. На 5 часов. На 5 часов. Вот, надо зверя будить идти. Слышь, зверюга. Маленький сук. Вот тут вниз есть спуск. Ну, я мы идем в подвал. Так, давайте все обшарим. Эти двери закрыты? Три ничего нет. Ну ладно. Что? Так, тут две двери. Откроем, попробуем вот эту. Нет. Это не откроется. Вот. Ну, вот это как-то по-другому. Походило на... О, да. О, да. Включаем больно. Здесь есть кнопка, хотите нажать ее, да. Видите, намертво закручен. Похоже, пошевелить его не могу. Понятия не имею, для чего это... Ну, лучше не трогать. И не трогать, но... Так, бляха-муха. Теперь-то, блядь, куда? Теперь, наверное, наверх. Теперь, наверное, наверх, которая дверь была закрыта, да? Да. На крышу. Теперь, наверное, нам туда. Вначале, видишь, мы спустились вниз. Ребята, Silent Hill, бегать. По-моему, Silent Hill и Resident Evil это... Да, это... Это игра... Игры, в которых надо много двигаться в разные стороны. Так же, как и Parasite Eve. Так раньше классические есть... эти ужастики, они, блин, они заставляли побегать. То есть, привыкать, видимо, в этом Silent Hill тоже очень много бегать. Загадку быстро разгадал, зато теперь... Туплю. Что главное, мы сообразили, что надо делать. Ну сейчас мы еще не знаем, вверх-то открылся точно или нет. Да наверх проверять что? Раз в раз в нет. Замок заклинило. Дверь нельзя открыть. Это вообще дверь не открыть. Она должна открыться. Я не знаю когда. Так, а тут есть еще какая-то лестница наверх? Нет. Только на этом этаже. Что в туалет сходить? Ничего нет. Потом поймешь, почему я все сюда рвусь. Просто. Я поняла. Что ты поняла? Что-то рвешься в туалет. А может сейчас надо вот в эту как раз вниз спуститься? В как его? К башне к этой сраной. Пойдем, сходим в башню. А, потому что башню мы включили, она, наверное, сейчас, наверное, на 12 часов встала, башня. Ну, вот так кажется, потому что у нас встала на 5 часов, мы, считай, ее сейчас какой-то этот вентиль включили нафиг. Мы включили еще как будто эту турбину. О! О! О, сирена завыла. Все, альтернативный мир идет. Теперь мы попадем в альтернативную школу. Первый раз. Альтернативный мир. Первый раз, первый класс. Ну, типа того.
Ох. Ну что, посмотрим, как это все выглядит. Where am I? Где я? Have I been here before? Я здесь уже был. Знакомый до боли значок. Вот это. Вот не припомню, чтобы раньше здесь такое было. Вот слышим, как музыка изменилась. Страшные звуки. Да, и дождь, как видите, пошел. За место пепла-то. За место снега, блин, я спойлернул. Ну все знают, кто смотрел фильм и все, вот это все. Да, все знают, что это все снег, это был пепел, так что... Закрыта эта дверь? А теперь не дойдешь. Теперь она закрыта, теперь значит только эта открыта будет, да? Заходим. Бляха-муха. Как спать тебя? Нам стоит звонить наш будильник. Угу. Настя нового того прозывает будильником. Привыкла просыпаться под такой будильник? Нет, я таким будильником себя очень не люблю. Сюда можно, интересно, пойти? О, сюда должно пойти. Ой. Ладно, патроны и аптечка, это уже хорошо. Вентилятор тут такой. Но что-то нет, какие-то не очень. И лечат. Да? И лечат. Теперь кто-то ходит. Бляха, муха, тараканы эти сраные. Ребят, тараканы тоже не люблю. Это... Не люблю этих скрипучих падл. Ничего, я зря сюда заходил, тут ничего нету. Тра-та-та-та-та-та-та. А где двери-то? Все, больше дверей даже нет. А, сюда. Нам теперь. Да сейчас будем обходить все. Проверять все полностью. Склад пошли проверить. Эта дверь открыта? Теперь открыта. Теперь мы можем с той стороны в нее зайти. Ой, а здесь вот так, да? Вы зарешочены. О, стулья. Да, классы уже по-другому. О, вот и что мне нужно было. Что это? Карточка с картинкой. Взять. Настя, но не поняла. Сейчас мы специально покажем. Прямоугольная карточка с изображением ключа, найдена на столе в классе. Ничего не напоминает? Вот этот значок, три штучки. Нет. Настя, но видите, не запоминает так игру, видать. Настя Ноу не запомнила, ла-ла-ла-ла-ла. Вот такая она балбесина, на-на-на-на. Ну вот не надо оскорблений, пожалуйста. А мы что, оскорбляем? Я подкалываю тебя. Так, не я надо, чё? Мне подкалывать. А чё я тут вышел? Я не знаю, что вышел. Странно. Ладно, а другой этот класс я могу попасть? О, дверь. О, господи, опять эти дети. Ты, Гарри, не видишь, что ли, его? Ой, а ты темно, он не по своим фонариком не видит. Он в другого стреляет. Он с дальнего почему-то стреляет, и все. Ближних он не видит. Молодец. Добивай уже. Добрый. Фу, Гарри. Гарри Мейсон. Вот так. И что, я толку сюда... Тут даже никого фунфуря ничего не... Тут ты даже занычек. Да. Как же на клавиатуре это неудобно играть. Кто бы знал. Так, тут закрыта дверь, ага. Закрыта.
Ну, она закрыта, значит, мы в нее сможем попасть потом. Так, они сломаны. Еще один. Наконец-то хоть нормально целится. Ну, как ты говорил, что вообще в базаре играем мы. Ну, если бы он еще целился хорошо, то так. Вот комната сохранения, которая была. Теперь она по-другому выглядит. Не самым приятным образом. Вообще, в принципе, в альтернативном мире все выглядит не самым лицеприятным. Не очень лицеприятным, скажем так. Угу. Ну, сейвиться мы не будем сейчас. Да, не будем сейчас. Опять кто-то. Может, это пинколка? Нет, вон, шатается. Пинколка твой. На, хедшот из... Гарри Мазила. Ну, поубил ведь, и ладно. Так, надо тут дверь открыть. Надо, кстати, тут дверь открыть. Во. А если мы попробуем на улицу выйти? Выйдем мы. Ни хрена мы не выйдем. Еще где-то ползает. Супостат где-то еще ползает. А эти двери? Ну, понятно. Заклинил, не откроется. Ну, еще один супостат. Зачем я сюда заходил? Ты хотел выйти на улицу. Так я проверю, посмотри, что тут есть. Может, думал, какая-нибудь вкусная, полезная штука есть. Не, мне сказали, хрен тебе, Гарри. Ой, а здесь, вот смотрите, теперь мы здесь не можем сюда зайти, налево-то. Где мы читали подсказки. Теперь понятно? Да, можем. Ах, да. Видишь, как она изменилась? Я с ума сошла, если ничего не помню. Позорница, мы специально к ней подходили, к этой картине, и понять не могли, что эта картина обозначает. Видишь, вот она в альтернативном мире, что обозначает. Это просто дверь. Это не просто не картина, а дверь. Ну, теперь-то дверь, да. И мы можем ее открыть с помощью этой картинки. Угу. Картинка вставлена в щель. Правильно, не в дырку, не в отверстие. Щель. Да. Туалет. И... Так, тут сейчас еще туалеты будут менять эти, по-моему, местность. А к ней выглядит гадко. Вот этот туалет, по-моему, местность меняет. Для чего тормозить все? Да. Он меняет локацию. Мне это не есть гуд, конечно. Видишь, теперь мы здесь типа, нигде не были. Да. И такое, ребята, есть в этом сальнике. Да, в туалет иногда опасно заходить. Патроны для дробовика нашли. Надо бы еще дробовик найти. Сейчас я зайду обратно в туалет в этот. Вернемся, как мы были. Потому что, как мы видим сейчас, мы не можем никуда выйти. Пройти. Ни дверей, ничего нету. Да. Здесь были только патроны. За чего мы заходили, мы получили патронов побольше. Видишь, видите, теперь снова двери это на месте. И кровавый след. В мужской туалет. Вот и дробовик мы видим. Да. Распятый труп. Жуть какая. Это дробовик. Взять его. Да, у нас есть дробаш. Наконец-то. Он еще пригодится. Очень хорошее получаю оружие. Более мощная, чем пистолет. Дверь эту откроем, чтобы я через ту дверь не ползал больше. Мы что, возьмем дробовик сразу в руки? Нет. Он еще пригодится нам. Блин, он опять в кого-то другого стреляет. Он кого-то еще раз. Вот почему ты вот ближнего никогда не валишь? А он один. Не, он таракана убил. Вау. Он таракана первым делом завалить захотел. Таракан, что кому-то опаснее этого чувака с ножом. Вот-вот. Так.
Телефон. Пока ты... Кажется, телефон сломан. Дисковые телефоны. Да, вот. Вот. Да-да? Бабочка, спаси меня. Бабочка, где ты? Шерил! Это был голос Шерил, я нужен ей. Но как мне найти Шерил? Нам позвонила дочка. Угу. Попросила по помощи спасти ее. Но мы не знаем, где она. В данный момент. Да. Сейчас я обойду весь первый этаж. Так, мы зайдем на склад. Нифига себе склад. Мячик. Мячик. Какой красивый резиновый мяч. Взять его. Потом ты на стену поймешь, для чего он нужен. Из-за чего я так рвался наверх. Пойму я и наши любимые. Конечно. Подписчики, наверное, уже... Говорю, кто особенно играл, тот уже все знает. Ну, кто особенно играл, тому интересно, как мы играем. Так, я 100% уверен, что сейчас опять и все знает. Куда что? Кстати, ребят, есть еще отличный ютубер, коллега, скажем так, да. Андрей опять. Тоже канал интересный и... контент. Заходите. Да, канал у меня есть его. Можете посмотреть в друзьях канал. Что-то дверь все заклинило. Пишите ему комментарий. Это закрыто. Так, отлично. Тут с этой стороны-то нету справа дверей? Нет, тут нету. Нет. И это закрыто. Та-та-та! Замуровали демоны. Значит, мы пойдем сюдыть. Так. Я вижу главное фунфырь там. Да, это самое главное. Да, живительная настойка. Живительная, лечебная. Ну, лечебная. Настойки всегда хорошо. Я тоже люблю дома сделать свою настойку. Тоже лечебная. У меня друзья ее называют заебуха. Есть. Тон-тон. 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 Господи, как вы мне уже пиздили. Да. Они, по-моему, размножаются почкованием. Стопудово. Подойдем. Ну, у нас только один проход сейчас. Сюда. Дверь. Я скажу лишь одно лишь слово «дверь». Отличное слово. Ой! Сука. Куда уползла? Ребят, вот в жизни мне никогда было, что тараканов надо пистолета убивать. У нас другое оружие, тапочки. Так, вот раздевалка. Помню, здесь кошка вылазила, да? Да. Опять там кто-то стучится. Но там никого нет. Смотри, ничего нет. Бля. Я забыл про этот момент. Вот и ключик мы нашли. Ребята, ключик библиотечного фонда. Ребят, за ваше психическое здоровье мы ответственность не несем. Да. Ну мы нашли какой-то ключик от библиотечного фонда. Так, где у нас библиотека? Вон фонд библиотеки. Сейчас мы пойдем туда. Мы идем в фонд библиотеки. Потому что с той стороны мы не можем дверь зайти. А, значит с той стороны надо, да?
А как-то с той стороны там тоже закрыто было? А нет, открыто. Теперь мы можем туда попасть, Через да? классы, да? Теперь все надо обратно оббегать. Ну, мы уже сказали, что тебе здесь много. Так, все в порядке. Блять, опять эти утырки появились. Да не в этого ты целишься. Хо-хо! На нафиг. Ну, вот сразу пробегать нафиг, а не возиться с ними. Вот если бы я, говорю, проходил бы эту игру лет так... Хотя бы 8 назад, я... Ну да, 8. Я бы все знал бы тут уже. Вот, как говорится, спустя 8 лет... Память не так хорошо уже работает. Да. Я помню приблизительные места, куда идти, но... Не помню, где что расположено полноценно. Кто стучится в дверь ко мне? Кто там? Нет, да, они мне не нужны. Да-да, нет, ходите. Челюсти. О, Настя сейчас будет читать. Да. Услышав этот охотник взял лук и стрелу и сказал, я убью ящера, прежде чем вступить в бой со... Супостатом! Супостатом он стал поодан и начал... А кричал, наверное, дразня врага. Мне не страшен страшный ящер. И вот, услышав эти слова, ящер прохрипел, наверное. Я проглочу тебя одним. Да, и ринулся на смелого. Я проглочу тебя одним, наверное, взмахом или... На охотника широко разинув пасть. Этого-то и ждал охотник, спокойно подняв лук, он выстрелил прямо в распростёртую жилище. Ну. Ну, дальше, да. И стрела, беспрепятственно пролетев мимо острых зубов, пронзила беззащитную глотку. И ужасный ящер пал на землю мертвым. Вот мы знаем кое-что. Читай. Ну, это про сказку. Ну, чего ты не прочитал? Просто говорю то, что мы теперь знаем кое-что. Это нам очень сейчас в дальнейшем пригодится. Мы знаем сказку. Знаешь, так задуматься, мы ищем дочь, она любит сказки. Угу. Нам это очень пригодится. Теперь эту дверь открыть можно? Да. Так, дверь теперь... открыта. И мы куда идем? Ну, мы сейчас все двери, наверное, откроем. Здесь классов мы же не были. Сейчас пройдемся здесь везде. Закрыто. Закрыто. Здесь закрыто. Здесь. Херня. Значит, нам есть один путь наверх. Классно звучит. Один путь наверх. Есть один путь наверх. Вот мы и зашли в эту дверь, на крышу. Как я туда рвался. Да, так об этом мечтал. Вот теперь, ребята, даю подсказку. Зачем шарик? Не могу здесь дальше пока применить. Вначале мы применим это. Значит, не так подошел, да? Во. Теперь он видит. Есть дырдочка. Отверстие. Застрял ключ, но до него не дотянуться. А, не здесь это значит. Не здесь, не здесь, не здесь. Вот здесь надо шарик. Отверстие не подходящее. Вот здесь шарик. Чтоб вода пробежала к ключу. И чтобы мы могли его достать.
Сейчас ты увидишь еще, достанем мы его. Друг. Эти дренажные системы. Ну, откроем его. Такой красненький, яркий такой, красивенький. Вот для чего нам нужен был шарик. Попадание как война. Угу. А мы еще не достанем, мы будем его искать дальше. Конечно. Не все так просто. Ну, так. И следовало за это бегать. Бежать. Так. Бежать лучше. Крыша получается. Вот здесь мы стоим. И значит нам надо. А, ну тут никак. Ну все, понял. Все, я допетриваю, кажись. Не крыт, мы верим, что ты умный. Я пытаюсь вспомнить все. Ты разберешься, куда нам все же идти. Я эту игру, ох, как долго первый раз-то проходил. Да и сейчас я не быстро прохожу. Спидран у меня не получается нынче. Да, здесь же вниз не спуститься. Нам надо в другое место. Так, с другой у нас отсек. Вот так вот все. Щух. Угу. Вжух. А хрен там вжух. Да не. Так, я тебе сейчас покажу, не открыть. Ну, опять супостат. Блять, нет. Опять тараканы эти. Отстаньте от меня, идите нафиг. А, знаешь, что думаю, чтобы ни хрена не супостата. Да, игра еще та, беготня. Так, мы сейчас на каком этаже там все. А, вот мы в двор-то как раз и надо было мне выйти. А я что-то прилетел. Как я учился на первом? А, я же на первый этаж спустился точно. Все верно. Вот и ключик. Ключ. От класса. Блять, от какого? Класс музыкальный? Нет. А, там он еще два класса, да-да-да. Да, все, вижу, вижу, вижу. На второй этаж, значит, мы чешем. Вот сейчас-то, как карта-то мне всегда и нужна. Мы зашли в класс. Ну как без тех, кто вот... Кто в классах, сука, обитает, а Гарри никого не видит. Это, видимо, ученики. Хреновые. Это святое, лечебная настойка. Да ты... Фу, какая мерзость. Так. Вот мы теперь можем попасть сюда. Ага. Сейчас мы еще попробуем эту дверь открыть сразу же. Угу. Фунфырь. Так, сейчас нам все понять. Конечно, сейчас мы идем вниз, да, надо? Да. Чё, куда это? Что-то я вообще не догоняю. А, ну да.
Теперь тоже Я открыто. открыта. Ну, сейчас на первом этаже это открыто. Так, я пошел засейвюсь. Пойдем. Ребята, потом поймете, почему я решил засейвить. Ага, засейвлюсь, дверей-то нет. Да. А может там где-нибудь есть сейф? Нету. Мне бы засейвиться сейчас очень не помешало бы. Вот прям сейчас пипец. А, ну да, вот она дверь-то, которая выведет меня к сейву. Все, 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 все. Все, 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 самое главное. Все. Сейчас самое главное засейвиться. Если Нефрит говорит, нужно засейвиться, значит что-то сейчас будет. Значит сейчас что-то эпичное будет. То, что Нести Ноу так читала внимательно. Помнишь, Нести Ноу, что ты сейчас читала внимательно так? Я про Яшу рассказ почитала. Вот-вот. Сейчас в ближайшее время мы... Ящера. Сейчас будет ящера. Только а я сейчас... А мы встречаем ящера. Нет еще. Сейчас еще загадка будет. Так, я там еще комнату не обследовал. Может там еще что-то есть, открылись комнаты. Еще раз, и еще раз. Я еще много-много раз. Ну, открылось. О, патроны для дробыша. Вот это вообще, я говорю, вот видишь, как это ампула. А это вообще сейчас нужно будет нам. А, очень много дробыша. Может, еще один дробовик? Перейдем. Сейчас пока никого вроде нету, да? Больше не будет вроде бы сейчас никого. Берем дробовик. У нас 36 патронов для дробовика. Должно, надеюсь, хватить. Ой, надо подхпшиться. А, нет, я зеленый. Бухнем. Нет, я зеленый. Не бухнем. Не бухнем. Вот вентили. Сейчас мы не можем туда пройти, потому что, видите, нам преграждает шлагбаум. Давайте влево повернем. Надо право повернуть. Надо сейчас вот эти все вентили разобраться, как правильно поворачивать. Ну, кстати, это тоже влево. Только развод. Блин. А если этот вправо? Все хуже. Еще раз право. Давай этот куда-нибудь. Тоже право. Так они соединяются. Что-то ты качки продался. Что-то трындец. Та-та-та-та-та. Вентиль, откройся. Крутись уже, закуребал меня. Открывайся. Давай, давай. О-во-во-во-о! Да. Теперь мы идем туда. Едем вниз. Преисподнюю. Угу. Именно так. Вот зажигают. Давай, раскрывайся, упасть. Ну
Главное, чтоб ни меня не сожрал. Мама! Блин, неудобно целиться. Здесь как неудобно целиться, когда вот... О, пасть раскрывает. Есть. Не-е-е. Мы победили. Мы убили этого ящера. Молодцы, герой. Девочка молча исчезла. Что это было? Who in the hell was that? Кто, черт возьми, это был? Где я? Это бойлерная? Что же тут творится? Тихо, подожди. Но он его не видит. Тут К. Гордона. Ну, это... Мы до туда уже сейчас не пойдем. Ну, помните, мы в бойлерную сюда спускались в нормальном мире. Здесь никаких ящеров не было. И вот снова школа вернула свой нормальный вид. Знаете, вот школа... Я слышу. Думаю, это церковный колокол, но кто в него звонит? Школа приятница в обычном виде. Пометил себе на карте. Ну, сегодня в церковь мы не пойдем. Это точно. Мы идем в ближайший медпункт. Туман такой в школе. Школьный туман. Похож на обман. Синий туман. Синий туман. Ну, собственно, на сегодня это все. Вы были на канале Лифа 1987. Да, не забываем, ребят, ставить любо. Подписываться на канал, оставить ваши комментарии, нажимать на колокольчик, чтобы наши новые видео. Баллы ВКонтакте, пока посмотрели наши 90-е, а все ссылки в чате канала на связи с нами. Ну да. Ну и всем до новых встреч. Пока-пока. Чао. Let's rock.